Юные зареченские спортсмены, отдыхающие в загородной звездочке, в перерывах между тренировками занялись вокалом. Почти неделю они готовились к фестивалю спортивной песни с громким названием «Голоса цивилизаций». Это тематический день, День Мексики. А как мы знаем, в Мексике, на территории Мексики исторически располагались такие известные цивилизации, как майя, ацтеки. Поэтому сегодня будем искать золото ацтеков, и имя окажется «Наши голоса». Боксеры и пловцы, каратисты и легкоатлеты, футболисты и баскетболисты – всех их объединяет любовь к спорту, здоровому образу жизни. А потому и подбор репертуара был соответствующим. Мы выбрали песню «Утренняя гимнастика». Ну, не знаю, мы выбрали, ну, как бы по настроению. Нам она понравилась и сразу заиграла в душе. Ну, наша песня, она про то, что здоровье очень, чтобы мы берегли здоровье свое и не забывали про врачей, чтобы они нас лечили. От болезней, солнце, воздух и вода, от болезней помогает нам всегда, от всех болезней нам болезней. Солнце, воздух и вода. Ребенка, герой спорта, нам доверие, как Бог. Мы хотим всех рекорда, наши звонки дать. Рекорды в песенном состязании поставили все участники. Каждый отряд не только исполнил свой гимн спорту, но и постарался разыграть небольшое представление. Спортивная смена в 2017 году посвящена недавно прошедшему в России Кубку Конфедерации, а потому футбол стал главным героем песенного конкурса. Черно-белый мяч, зеленый газон, начинается матч, мы играем в футбол, нам победа нужна, и забить нужно гол. Спорт как символ доброго соперничества, дружбы и взаимопомощи объединил всех участников песенного конкурса. Юные спортсмены радовались успехам своих соперников как собственным. Понравилась песня «Гол-гол-гол, все на футбол». Зарядная позитивом песня сама, да. Каратисты. Почему? Не знаю, их было очень много, и песня была веселая. Самая сложная задача при подготовке песенного фестиваля легла на плечи музыкального руководителя смены. Все-таки спортсмены не ученики музыкальных школ, не участники творческих коллективов. Но ребята еще раз подтвердили, что талантливые люди талантливы во всем. В принципе, не совсем так уж сложно. В принципе, дети все молодцы, они выучили самый главный текст, мелодию мы с ними пропели. Ну, вообще, конечно, да, творческие дети отличаются от спортсменов. Но ничего, мы справились, да? Мы спели, мы зажгли, мы старались, и дети все молодцы, без исключения. Заключительная смена лета 2017 в загородном лагере «Звездочка» закроется 25 августа. В этот день спортсмены еще раз покажут свои вокальные данные, все вместе исполнив гимн лагеря. Звездочка наш дом, единство поколения. Звездочка наш дом, детское движение. Бой мы отвечаем, настало время спорта, время побеждать. Брать новые рекорды. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».